Но меня как-то не вставило, поэтому я говорю нет. У каждого свое мнение. Но я согласен, в принципе, когда я пересмотрел, я понял, что не дотянул. Артем Амчиславский. То, что Уолтер выбрал, для меня это вот оказалось самым лучшим. Он очень чувствует музыку, он чувствует исполнение. Если песня тебе подходит, он поймет это через 30 секунд, даже меньше. Не надо садиться все за клавишу, я считаю. Ты хочешь это. Да. У сцены есть очень интересное свойство. Кто еще пока закрытый, она еще больше его закрывает. Вот Артема она закрывает. На мой взгляд, она закрывает. И он тоже хочет все время спрятаться. Да, я хочу сесть за фортепиано. Это он спрятаться хочет. Посмотрим, вдруг у него... Вдруг это будет какое-то супер открытие. Артем Амчиславский. Ну вот и все, Артем. Сейчас все узнаем, все тревоги позади. Напоминаю, что этот прекрасный парень представляет команду Уолтера Афанасьева, поэтому Уолтера мы будем допрашивать в конце. А начнем мы с Игоря Матвиенко. Вообще все, что касается юношей, которые нравятся девочкам и которые может петь, мне это все очень нравится, и я, мне нравится этот исполнитель. По-моему, очень талантливо. Но я не настолько хорошо разбираюсь в музыке, чтобы ставить диагнозы, но посмотрим, как дальше будет, я думаю. Спасибо. Максим Фадеев. Мне понравилось, но хочу сказать одну очень... штуку, которую я вот себя на этом поймал, это то, что он сам не держит сцену, не держит. Вот если бы их стояло трое или четверо, да, ребят, тогда да. А вот он сам пока, вот по моим ощущениям, ну, вот не хватает у него вот этого, вот нет у него того, чтобы он вот взял меня и держал. Этого не случилось. Будем искать группу. Но при этом пел он хорошо. Спасибо. Ну, слава богу. Ну, мне все понравилось. Единственное, что я могу сказать в этой аудитории, вот это большое место, немножечко не хватило, да.
еще немножко сильнее надо было. Almost perfect. Я... Спасибо, хорошо. Да. Молодец, молодец. Все, можешь идти ждать своей участи. Я не знаю, что решат в итоге наши уважаемые продюсеры. Аплодисменты Артему. На очереди следующий участник прекрасной троицы, представляющий команду Уолтера Афанасьева. Юлия Бойко, ваши аплодисменты.